Итак, Обжекты, я приготовил для вас новое испытание. Вот ваша задача. Вы должны обыграть этих... пацана с голубыми яйцами и его девушку-демона в рэп-баттле. Сейчас я вам покажу пример. Раз, два, три, начали! Ну что, кто первый? Ну что, покажем этим лошкам, кто тут главный. И я сейчас не про Голубоволосого и его подругу. Первый раунд. Раз, два, три, начали. А ну, чики-брики в домке! Цветущего мая и шанса не будет. Ну все, ты напросился. Кнайф, займись курасаном. А что, сил не хватает идти одной? Воткнись! Раз, два, три, начали. Thank you.
Получай! Что ты наделал, придурок? Чарджер, не хочешь спеть? Вот черт. Вот черт. Но по правилам, следующая очередь банды. На! Ха-ха! Есть! Но кто будет петь? Почему ты так на меня смотришь? Раз, два, три, начали! Oh,
Ой-ой. Молодец, Замазыч. Победа за нами. Ребят, тут, по-моему, эй, пожар... Эй, на нашу очередь. Наступила прямо сейчас. Прошу к микрофону, Чарджери. Может, сначала Кнайфа вытащим? А, ну да. Раз, два, три, начали. Раз, два, три, начали. Раз, два, три, начали. Thank you.
победили. С чего это вдруг? Вообще, мне кажется, голубоволосый сам должен решить, за кем было сложнее повторить. Нет! Тогда что предложить можешь? Я требую реванш! Что ж, голубоволосый, время реванш. А где он? Ну так, кто победил?